Датчик температуры и влажности Aquara поможет автоматически управлять климатом в доме и совместим с Apple HomeKit. Устройство поставляется в небольшой фирменной упаковке и комплектуется лишь небольшой инструкцией по настройке и добавлению в вашу систему умного дома. Температурный датчик Aquara WDCGQ11LM относится к полупассивной категории Zigbee датчиков в автоматическом режиме, собирающих данные о температуре и влажности вокруг. Благодаря маломощной антенне Wi-Fi устройство может проработать до 2 лет на одной батарейке. Датчик выполнен в аккуратном пластиковом корпусе размером 36 на 36 мм и толщиной 9 мм. Весит устройство 11 граммов и надежно фиксируется к гладкой поверхности с помощью клейкой основы 3M. Из элементов на корпусе можно выделить клавишу сброса соединения и световой индикатор, оповещающий о переходе к режиму сопряжения. С противоположного торца находится отверстие забора воздуха, обеспечивающее прямой контакт с сенсорами внутри корпуса датчика. Производителем заявлена готовность датчика к работе в условиях жилых помещений при влажности от 1 до 100% и температурном диапазоне от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия. Точность измеряемых данных составляет 0,1, а регистратором сбора данных может выступать ваш смартфон. Также датчик температуры и влажности от компании Aquara можно использовать в качестве Zigbee-компонента умного дома. Поддерживаются решения от Яндекс, Mail.ru, Apple и Xiaomi, а также фирменная экосистема от Aquara.